Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро 12-го Адара, 12-е число месяца Адар. Мы продолжаем изучать Тору, потому что написано в Торе, что «Ана ки эм хаейну ворох ямейну», что слова Торы, они жизнь наша, и орох ямейну, и продолжительность жизни нашей. То есть это «Им кекесов тихапсен векатманим», «Им кекесов тидрашен векаматманим тахпесену аставина раташем». Нужно искать слова Торы, как люди ищут серебро и золото. И когда ты находишь вот слова Торы, да, то есть ты с ними соединяешься, то, в принципе, это и есть главное, что может быть в жизни человека, это смысл, цель существования, соединиться со Всевышним и перейти на более высокую точку в своем собственном самовосприятии и развитии. Интересно, я такую метафору читал, очень красивую, мне она понравилась. Вот многие люди, они говорят, я не верю, что есть дальнейшая жизнь души, что есть духовный мир, есть рай, есть грядущий мир. Значит, многие люди говорят, я не верю в это, да. Хорошо, что напомнили, мы хотим мира, мы молимся за мир. Действительно, мы все молимся за мир, и чтобы этот урок был для того, чтобы быстрее установился мир. Мир – это самое-самое главное. Сегодня как раз мы будем изучать про мирные жертвы, жертвы Шламим. Ну, то есть, это в очередной раз подтверждается слова Торы, что если нет шалома, то все остальное не нужно. Все остальное ничего не стоит, если нет шалома. Представляете? Все, ну, это понятно, очевидно. Вот сейчас мы увидели, то есть это можно было теоретически понимать, а сейчас мы понимаем практически, что все остальное, все стремления, устремления, достижения, все это превращается в ничто, если нет шалома, если идет война. Поэтому молимся только за то, чтобы установился мир вот прямо быстрее, и это очень важно, очень важно. Теперь хочу вам сказать важную вещь, переходим к изучению Торы. Значит, я увидел такой вот пример. Значит, мы знаем из Торы, что душа человека, она живет до того, как заходит в это тело, то есть есть жизнь души, назовем это как заготовка, такой божественный свет. Потом этот божественный свет входит в тело, в биоробот, и в этом биороботе в теле проходит жизненный путь 70 лет, иногда 80 лет, раньше было еще меньше намного, да. И когда тело умирает, то уже душа, вот этот божественный свет, обогащенный заповедями, Торой, добрыми делами, обогащенный тем, что человек успел за эту жизнь соединиться со Всевышним, уходит в следующий духовный мир и так далее, и так далее. Так получается, что очень это интересно, что... Вот некоторые в это не верят. Они говорят, люди, не, какой там духовный мир, какой духовный мир, мы в это не верим, говорят некоторые люди. Значит, и я видел такую метафору, что представьте ситуацию, два близнеца в животе у матери. Они в животе у матери, такие в состоянии зародыша, они в животе у матери, и для них весь их мир... Это вот этот вот живот матери. И они два таких вот там сидят, значит. Что они видят? Видят они только жидкость такая и крыша. Ну, такая, кружочек такой. И один другому говорит, ты знаешь, я верю, что когда-нибудь мы выйдем отсюда, и мы выйдем в мир, этот мир огромный. Я верю, что этот мир огромный. Я слышал, что этот мир огромный. И мы будем жить, там будут солнце, звезды, люди. Второму говорит, ты что вообще, как ты можешь в эту чушь верить? Ты что, не видишь? Вот наш мир, вот видишь, вот то, что вижу, то есть. А там ничего нету. Второму говорит, нет, там есть целый мир. Там есть мир, наполненный какими-то людьми, звуками. Там есть машины. А второму говорит, ты вообще, как ты можешь в это верить? И когда... открывается им возможность выйти. Один тот, который верил, что там есть мир, там есть продолжение, он с радостью туда выходит,
А второй не хочет выходить, он держится за этот, вот этот свой мирок в животе, да, и говорит, нет, там же ничего нет, я не выйду оттуда, я обязательно, нет, нет, нет. И он всеми силами пытается не выходить туда. Вот такую я видел метафору, да. Теперь точно так же мы в этом мире. Какие-то люди говорят, не, я не верю, я вот то, что вижу, верю, то, что не вижу, не верю. Какой духовный мир, какой рай, какая Алам-Аба? Не верю этому я ничему, я только верю тому, что видят мои глаза, все, больше этому ничего не верю. Все, а кто-то говорит, нет, я верю, что этот мир, это маленький фрагментик, это просто как такой блик, когда моя душа находится в моем теле, с возможностью заработать заповеди, Тора, молитва, связаться с Всевышним, и дальше моя душа уходит в следующий этап своего существования, как в компьютерной игре, значит, уходит в следующий этап существования, а с собой берет что? Только криптовалюту. Криптовалюта. Потому что сейчас, например, вот если кто-то думает, что такое криптовалюта, многие говорили, да? Криптовалюта – это какой-то номер виртуальный, его нету, нету этого биткоина, его нету, многие кричали. Вот бумажка доллара, это да, вот золото, это да, а номер этот, это нет. А сейчас те, кто верили, что номер этот, это да, у них сейчас есть несколько номеров, которыми они потом могут обменять на любой там доллар. А те, кто не верили, у них нет биткоина, то есть у них ничего нету, понятно, да, идея? Значит, точно так же заповеди Тора. Кто хочет, верит, кто не хочет, не верит. Все. Это как бы личный выбор каждого. Теперь дальше. Дальше. Мы изучаем Тору. Сейчас недельная глава называется Цав. Значит, прикажи. Прикажи. И Бог приказывает Моше Рабейну, чтобы он приказал коэнам, священникам, как выполнять вот эти вот все жертвоприношения. Как там такая процедура. Я вчера вот нашел тоже интересное сравнение, что это как лекарство состоит из определенного набора молекул. Если эти молекулы стоят вот в той нужной цепочке, которая есть, и годами выстраивают ученые, вот это вот они выстраивают, чтобы эта молекула выстроилась, и тогда человек принимает это лекарство, и оно производит нужные изменения в его там организме, включая сейчас в ДНК уже пошли входить и так далее. Теперь жертвоприношение – это точно так же строго, четко выверенная последовательность действий, которые влияют на духовный уровень того, кто их производит. Влияет до такой степени, что если там что-то нарушается, то производится обратный эффект. Тут всегда, значит, чем ты ближе к святости, обратная сторона медали. Чем ты ближе к святости, тем больше у тебя есть отдача. Чем ты ближе к Всевышнему, тем больше высвечиваются все недостатки, ошибки и так далее. Это как человек, знаете, было такое когда-то, ну, в клубы, ночные клубы, и я до того, как стал религиозным, я пару раз заходил, бывало, да, и вот клуб такой, такая все красивая, такая прям свет, все такие прям все, а потом выходишь на солнечный свет с утра, и утро, и такие видишь эти серые лица, помятые такие эти, совсем, совсем другое впечатление. И вот точно так же, когда человек приближается ко Всевышнему, то он, когда он приближается, то это как свет такой. И оп, сразу же написано «Марбе хахма, марбе значит каас», умножающий хахма, божественная мудрость, познание, умножает гнев. Умножает какой гнев? Гнев Всевышнего, что ж ты такой умный, а так ошибаешься, делаешь не то. Хорошо, значит, жертвоприношение. Сегодня как раз говорится у нас в отрывке сегодняшнем, вот учение везот торат зевах ашламим. Кстати, чтобы было понятно, слово Тора переводится учение. Везот торат, это Тора зевах ашламим, жертвы мирной. Ашер якрив ляшем, которую приблизит к Богу. То есть жертвоприношения, они приносят, они приближают ко Всевышнему.
То есть сам этот весь процесс, сам алгоритм, вот человек идет в храм, он эту жертву выбирает, покупает, она должна быть без изъяна, вообще без малейшего пятнышка там и так далее. Он выбирает нужную жертву, приносит. И вот эти вот жертвы шламим, это переводится мирные жертвы, это им аль тода якривену. Если за благодарность он ее принесет, ваекрив аль зе вахатуда, эта жертва мирная, это была жертва благодарности. Интересно, очень интересно, что когда будет третий храм, когда придет Машиах, уже потребности у людей не будет. То есть у нас сейчас есть потребности, потому что мы несовершенны, и весь этот мир построен на хисароне, на недостатке. То есть вот все, что двигает этим миром, это недостаток чего-то. То есть люди двигаются только если им не хватает, и они пытаются восполнить эту нехватку. Теперь, если человеку не хватает почета, например, славы, то эту нехватку он восполнить не может. Чем он больше гонится за почетом, тем больше почет от него убегает. И все, кто гонятся за почетом, они все падают, потом рушатся. И гордецы всех Всевышний рушит. Это известно, что перед крушением вознесения. То есть все, у кого есть гордецы, кто гонится за почетом, они рано или поздно падают в мусорный бак. И это как пить соленую воду. Те люди, которые гонятся за удовольствиями, то рано или поздно они падают в мусорный бак, потому что когда тебе не хватает удовольствий, то, во-первых, тебе сейчас плохо, когда у тебя нет удовольствия. Во-вторых, когда ты получаешь удовольствие, то ты сразу же теряешь удовольствие. Например, человек, который любит алкоголь, он выпивает алкоголь, получил удовольствие, но ему тут же плохо. Он пьет еще алкоголь, он привык к этому алкоголю, он уже не приносит ему удовольствия. Значит, он должен пить больше алкоголь, дальше он наркотики и так далее. То есть тот, кто гонится за удовольствиями, это бесконечная погоня, это как пить соленую воду, морскую воду. Все в этом мире построено на том, что человек гонится, ему мало, он хочет больше, в итоге он падает в мусорный бак везде, на любом направлении. Любая материальная погоня, за чем бы то ни было, приводит человека в итоге к потере и крушению. Теперь, но эта тяга расти, если она направлена ко Всевышнему, то она все время наполняется. То есть, чем больше ты хочешь приблизиться ко Всевышнему, тем ближе ты к нему, тем больше ты поднимаешься на духовный уровень, просветляешься и так далее. То есть, это единственное направление, куда можно использовать вот эту вот тягу к развитию, к заполнению своего хисарона недостатка. То есть Всевышний — это шалом. Шалом — это цельное, целое, совершенное. И когда ты в сторону Всевышнего направляешь, что мне не хватает близости с тобой, то эта близость всегда наполняется. Всевышний наполняет тебя. Там, где ты тянешься к нему, он еще больше тянется к тебе. И вот в этом направлении вот эта жажда развития, она единственное направление, где она насыщается, и нету с ней грусти. Как говорится, Беркат Ашем Таашир, что благословение Бога, оно Таашир это делает богатым, в эн эцев и мой, нету грусти с ним. То есть, когда ты к Богу двигаешься, там нету, ты никого не обижаешь этим, как минимум. А когда ты гонишься за материальным, то ты как минимум обязательно с кем-то соревнуешься, кого-то обижаешь. Когда ты гонишься за почетом, ты с кем-то соревнуешься, кого-то обижаешь. То есть все вот эти вот войны, погони в этом мире, они все приводят к слому. Теперь, значит, когда придет Машиах, когда будет третий храм, то не будет никаких жертвоприношений, потому что не будет у людей недостатка ни в чем. То есть им не надо будет молиться Всевышнему, у них пропадет вот этот ецерара, стремление получать больше, чем у тебя есть. Они будут полностью люди счастливые, радостные. И останется только один вид жертвоприношений. Какой? Благодарственные. Зато будут благодарить Всевышнего прям постоянно. Теперь как благодарят Всевышнего? Давайте посмотрим. Значит, приносят жертвы вот эти вот, и с ними вместе приносят пресные хлеба, пресные лепешки, смазанные елеем каким-то смазанные. Еле — это масло специальное. И была тонкая заварная мука. Высолит мерубехет халот блулаба шемен. Какая-то была специальные пекли, такие как лепешечки, для того, чтобы с этими жертвами мирными кушать. Значит, было 4 вида хлеба, хлебные пироги, лепешки, заварное тесто. Это все было пресное, без дрожжевое
тесто было. И они, значит, пекли вот эти все штуки для того, чтобы с жертвами этими мирными есть. «С хлебами квасного хлеба принесет он жертву свою, благодарственной мирной жертве своей». Значит, «Аль-Халот Лехам Хамец Якрив Карбану Аль-Зевах Тудат Шламав». Значит, жертва благодарственная мирная жертва. Теперь смотрите, разве были бы, например, войны и проблемы у людей, если бы они только друг друга благодарили и радовались? То есть, от чего происходят все конфликты? Я, например, считаю, что мне кто-то что-то не додал, и я его хочу заставить, чтобы он мне додал то, чего у меня нет, то, что он мне не додал. А он мне додать не хочет, он же не хочет мне дать, он наоборот хочет у меня взять. И получается два человека, которые хотят у другого забрать что угодно, внимание, деньги, почет, время, то два человека вступают в конфликт, безусловно. Теперь обратный момент. Если я всем доволен, и я говорю другому человеку, спасибо, что ты есть, спасибо, что я могу тебе помочь, спасибо, что я могу сделать для тебя что-то. Вообще, какое счастье, что я могу для тебя что-то сделать вообще. И второй говорит, спасибо, а я как рад, что я могу для тебя что-то сделать. Я ему говорю, нет, для меня делать не надо, я хочу для тебя сделать, давай я для тебя сделаю. Он говорит, нет, мне точно ничего не надо, у меня все есть, ничего, значит, я хочу для тебя сделать. Тоже конфликт. Получается, что такое, как ни крути, а как же выйти из этого конфликта? Один человек другому говорит, я хочу тебе помочь, а второй говорит, хотя мне помощь не нужна никакая, но так как я хочу тебе помочь, то я принимаю твою помощь, потому что ты же хочешь ее дать. Для тебя без моего принятия не получится давание. Это как когда задают вопрос, когда спрашивают, почему есть бедные и богатые, так отвечают на этот вопрос так, что если бы не было бедных, то у богатых не было бы возможности помогать. И есть такая, я как раз вчера только слышал на одном уроке по Торе, что Всевышний дает, это, по-моему, написано в книге Зоар, Всевышний дает богатому деньги, которые ему не принадлежат, они принадлежат бедному, то есть для того, чтобы он их раздал и получил духовную заслугу за то, что он помогает. То есть вся его радость, что у него есть, это то, что он может помочь, но это деньги не его. Теперь, если он эти деньги забирает себе и не помогает, то это называется грабеж. То есть он забрал чужое, то, что ему не принадлежит. Но в принципе по-правильному, то Всевышний, написано, он в Рахамав Аль-Коль Маасав, милосердие его на все его создания, и он Мазби Аль-Коль Харацон, он насыщает каждому то, что ему нужно, только он это передает через кого-то, как есть, знаете, в природе пищевая цепочка. Вот есть солнышко, вот есть земля, водичка, и пошла травка. Значит, травка пошла, растет, и эту травку пришла овечка, скушала травку. Значит, пришел человек, овечку эту он, шерсть с нее снял, сделал себе одежду. А овечка опять кушает травку, у нее опять выросла шерсть. Он взял из овечки молоко, сделал из молока сырочек, скушал он овечий сырочек. Сидит, значит, в овечьем таком шерстяном костюме красивом, кушает овечий сыр. А овечка себе спокойно опять, она кушает эту травку, потому что травка от солнца же много, воды много, земли много, опять ест. Теперь, значит, человек говорит, жизнь прекрасна, солнышко светит, я, говорит, сейчас принесу жертву, я Всевышнему возьму эту овечку сейчас, ее зарежу и приглашу всех и расскажу всем, какой Всевышний добрый. Вырастил травку, кормил овечку, сейчас мы съедим эту овечку с хлебами, вот благодарственная жертва, значит, так прекрасно мы можем благодарить Всевышнего. Понятно. Но тут в это время, рядом снимал зерно Каин, это я про Эвеля рассказываю, и Каин, значит, говорит, а я зерно сейчас принесу в жертву, не овечку, а зерно, значит, и зерно, вот у меня мешки стоят, зерна пшеничного, а я принесу зерна такого льняного зерна. И Каин приносит льняное зерно жертву. Принес он льняное зерно жертву, Всевышний поднимается огонь, овечку он забрал, люди радуются, а Каин с этим своим зерном таким пиштановым, этим льняным,
Он, значит, как-то смотрит, себя чувствует, чувствует себя, ему завидно. Он говорит, как же так, этот же Эвель, он так со Всевышним прям в хороших отношениях, а я... Всевышнему говорит, а что ты? Ты тоже можешь совершенно спокойно взять и принести не льняные зернышки, а взять тоже, сделать классный, там, я не знаю, пирогов на печь, людей пригласить, все можешь. Каин говорит, не-не-не, у меня есть другой вариант. Я сейчас возьму Эвеля, убью. Убью я его сейчас. И убил Эвеля. Это история человечества. Это история человечества в двух словах. Когда тот, кто хочет приносить Всевышнему именно себя и свою жизнь, то он... А вот что самое интересное? Знаете, что самое интересное? Я лет 20 я не понимал, как же Всевышний мог это допустить. Смотрите, мы здесь классические... Вот я классический ортодоксальный еврей. Вот как Моше Рабейну получил Тору на горе Синай, вот мы ее изучаем 3333 года, и все, что там написано, эмет, истина, мы в это верим, изучаем и от этого не отходим. Все остальные, в каждом поколении есть люди, которые начинают это интерпретировать по-своему, и они занимаются, каждый интерпретирует все, как хочет. Мы изучаем классику. Здесь этот канал у нас Ваикра. Мы изучаем классическую, ортодоксальную Тору, как она была получена на горе Синай, без изменений. Как из поколения в поколение она передается, прямо из поколения в поколение, не прерываясь. То есть я знаю точно, что мой учитель, Рав Ицхак Зильбер, Зихроно Цадик Левраха, и все остальные раввины, у которых я учусь, учились у тех людей, которые учились у тех людей, которые учились у тех людей, которые учились у тех людей, и так до Моше Рабейну. Беспрерывная цепочка передачи, где не менялась ни одна буква, ни один акцент. Поэтому мы изучаем Тору. Все, давайте все, кто хотят учить что-то другое, или слушают, или, значит, или не слушают. Ну, здесь я преподаю. Все, то есть это мой урок. Ваикра, это мой урок. Хорошо, давайте, на чем мы остановились, что история человечества, она начиналась так, у каждого есть вот эти вот плохие качества характера, которые вшиты в животную природу, и если мы свое внимание, силы и направление тратим на этот мир и начинаем в этом мире пытаться что-то достигать, то наступает соревнование, которое потом перерастает в войну. Теперь, как только все поворачивают свои глаза к небу и говорят, Всевышний, спасибо тебе за то, что ты дал нам мир. Вот сейчас, например, самое время поблагодарить за все, что было. Я вот уверен, что война начинается, это мое личное убеждение, потому что люди не благодарят Всевышнего за то хорошее, что у них есть. И получается, Всевышний нам давал с 45 года по 2022 год, по 2014 прошло 60 лет и еще 70 лет прошло почти. И 70 лет нужно было, вот после войны люди благодарили Всевышнего, спасибо, что сейчас закончилась война, там лет, наверное, 10 радовались. А потом уже из 70 лет, лет 60 были недовольны, мало, не додал. И в итоге Всевышний говорит, нате вам, и, значит, начинается война. Теперь вот сейчас самое время сделать благодарственную жертву Всевышнему за то, что он когда-то давал. И сказать Всевышнему, смотри, я благодарю за мирное небо, которое у меня было, за мирную работу, за мир, который был, за то, что я мог кушать, спать в своем доме. Все, я тебя благодарю за все эти годы, за каждый день жизни. 365 дней, 365 спасибо. И так за все, вот мне 48 лет, спасибо за все 48 лет, за каждый день. И тогда вот эта сила благодарности, она тут же погасит вот этот огонь войны, который разжегся, тем вообще непонятно, ну, воюют и убивают злодеи. Каин убил Эвеля, Каин был злодей, понятное дело, он напал на Эвеля и убил его. Но убийца, он злодей. Все, друзья, удачи, успеха. И, значит, чтобы было у всех шалом, мирное небо, чтобы все выздоровели, чтобы Бог услышал ваши молитвы. В особенности благодарственные молитвы. Все, шаббат шалом. Всем хорошего дня.